Итак, друзья, как посмотреть на Землю с МКС в прямом эфире? Значит, приложение называется МКС прямо сейчас. Вот такой у него логотип. И, соответственно, здесь мы заходим и в прямом эфире можем наблюдать, где сейчас находится МКС, а ниже камера с МКС. К сожалению, она сейчас вот только что показывала. Хорошее качество было, прям реально можно было наблюдать огни, значит, городов и так далее. Но сейчас вот немного подвисло, потому что, наверное, отдалилось, я не знаю, передача интернета немного прервалась. Так вот, здесь есть настройка качества. Здесь можно вот так вот на весь экран растянуть это видео в реальном времени с МКС. Здесь также могут показать рекламу, но которую можно тоже закрыть. Здесь также можно узнать какие-то параметры, допустим, SD-камера. Давайте посмотрим. Так, NASA TV. Значит, NASA TV Media. Ну вот есть, допустим, запись. Давайте включим запись. Вот. Запись прямо с МКС. Как тебе такое? Вот. Смотрите, Земля есть. МКС есть. Все в хорошем качестве. И такого вы никогда и нигде больше не увидите, кроме как в этом приложении, которое бесплатно на расстоянии показывает видео прямых трансляций с МКС. Ну, в данном случае космонавт что-то делает снаружи МКС и записывает все на видео. Друзья, так что вот так вот пользуйтесь. Приложение, значит, называется МКС прямо сейчас. Надеюсь, вам видео было полезным. Всем пока. До свидания.